Всем привет! Сегодня мы возьмем самые популярные смартфоны и столкнем их характеристики и опыт использования для того, чтобы вы смогли сделать правильный выбор и приобрести смартфон, который точно подойдет вам по всем параметрам. Итак, начнем с Galaxy A12. Смартфон был представлен в конце 2020 года и до сих пор остается актуальной моделью. Так что же сделало его таким популярным? Давайте разбираться. В первую очередь, несмотря на то, что Galaxy A12 является моделью с бюджетной ценой, он имеет неплохие характеристики. Так, например, батарея смартфона составляет 5000 мАч, а еще смартфон поддерживает 15-ваттную зарядку. Удобный и вполне стильный корпус из матового пластика зарекомендовал себя как очень практичный, не скользит в руках и не пачкается от пальцев. Galaxy A12 оснащен дисплеем на 6,5 дюймов и типа матрицы PLS, а также разрешением 720 на 1600 пикселей с частотой мерцания 60 Гц. Процессор здесь MediaTek MT6765 на 12 нанометров техпроцесса. Смартфон справляется только с обычными задачами – звонки и интернет. Тесты Geekbench вы видите на экране. Камера смартфона имеет все необходимые для съемки модули. Широкоугольный модуль на 48 мегапикселей, ультраширокоугольный на 5 мегапикселей, макрообъектив на 2 и датчик глубины на 2 мегапикселя. Камеру явно назвать преимуществом нельзя, но запечатлеть что-то необходимое вполне возможно, будет читаемо. Перейдем к новинке Galaxy A13. Смартфон, обладающий большим дисплеем на 6,6 дюймов с разрешением Full HD+, а также стильным и минималистичным дизайном. A13 сочетает в себе деликатные цвета и приятную на ощупь текстуру, а благодаря изящным изгибам его удобно держать в руке, и он не выскальзывает из них. Делайте бесподобные фото с системой из 4 камер и запечатляйте ценные моменты во всех деталях с новой основной камерой на 50 мегапикселей. Ультраширокоугольная камера на 5 мегапикселей расширит угол обзора фотографии. Камера с датчиком глубины на 2 мегапикселя поможет настроить фокус, а макрообъектив на 2 мегапикселя снять все до мельчайших деталей. Решили снять стильные селфи? Фронтальная камера на 8 мегапикселей с эффектом боке сделает это наилучшим образом. Galaxy A13 обладает аккумулятором на 5000 мАч, который может держать заряд до 2 дней. Также смартфон оснащен 8-ядерным процессором Exynos 850 и оперативной памятью до 3, 4 или 6 ГБ для быстрой и эффективной работы. А со встроенной памятью на 32, 64 и 128 гигабайт, а также картой памяти microSD до 1 терабайта, у вас появится еще больше места для хранения данных. Тесты Geekbench вы видите на своих экранах. Итак, Galaxy A13 претерпел значительные изменения, не теряя преимуществ предшественника. Новое поколение имеет дисплей гораздо ярче, модуль камеры делает снимки гораздо детализированнее, а в дизайн вдохнули новую жизнь, сделав более актуальным. Galaxy A13 не стал неудачным назло суевериям, а наоборот стал лучшим бюджетным смартфоном Samsung последних лет. Оба смартфона можно приобрести с большой выгодой благодаря рассрочке до 24 месяцев, трейд-ин и кэшбэку от банков Тинькофф, Мир и Русский Стандарт. Если понравилось видео, оценивай своим лайком, подписывайся на канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Всем пока!